во время работы акварельными красками, да? Вот я намочила губкой бумагу с двух сторон, аккуратненько, и с одной, и с другой. Бумага хорошая, Фабриана, достаточно плотная. Вот, когда бумага лежит у меня на влажной тряпочке, тоненькая тряпочка, можно взять марлю или любую другую ХБ, любой другой материал, удерживающий влагу, лучше, конечно, хлопчатобумажный. Вот, он достаточно хорошо смочен, но не течет, да, по размеру листа. Вот таким образом. Значит, когда бумага намокла, она, конечно, немножко начинает расширяться от влаги и идет волнами. Ее, значит, можно слегка потянуть, да, чтобы она хорошо легла на поверхность, на которой мы будем работать. Но если это не получается, я, например, так, то вот у меня губка. Я, например, использую такой вот резиновый валик, да, и мягко вот так прокатываю бумажку. Вот. Вот таким образом. Чтобы она, вот, например, вот здесь есть волна, да, вы ее видите. И вот можно вот так вот, раз в одну сторону, в другую сторону. Ну, примерно как вот вы обои наклеиваете, да. Но единственное, что обои есть какие-то шпатели, которые клей выгоняют. А шпатель по бумаге может немножко бумажную поверхность, поскольку она у меня с двух сторон смочена, повредить. Поэтому я мягко прокатываю вот таким образом валиком. Может быть, можно использовать какой-нибудь валик поролоновый, попробовать. Ну, такой, знаете, даже скорее не поролоновый, а который такой плотненький. Бывают такие валики плотненькие. Ну, так, вот таким образом, прокатав бумагу, она у меня абсолютно гладкая.